Salam, Real Intervyu efirdədim. Bakıda türk dilli ölkələrin media qurultayı keçirilir və bu qurultayda türk dövlətlərinin nümayəndələri iştirak edirlər və hazırda bizim həmsöhbətimiz türk dilli dövlətlərə əməkdaşlıq şurasının baş katibi Canat Bağdat Amraevdir. Здравствуйте. Добро пожаловать в Баку. Хотя можно сказать, что, как сказать, любая территория тюркского мира – это ваша родина, это наша родина. Это верно. Что мы ожидаем от сегодняшней встречи? Сегодня министры информации и медиа ресурсов наших стран, стран-членов Тюркского совета и наблюдателей встретились в Баку. Это очередная встреча министров информации. Но сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку за тот период, когда состоялась последняя встреча министров информации, много поменялось в мире. Особенно много поменялось в информационной сфере. Сегодня информационная сфера является такой доминирующей сферой. И поэтому сотрудничество в информационной сфере является одной из приоритетных в повестке дня любой организации или сообществ стран. Вот поэтому мы сегодня собрались и детально обсудили все вот без сход сотрудничества между нашими странами в этой сфере. И значение сегодняшней нашей встречи еще и в том, что эта встреча состоялась сразу же после недавнего онлайн-саммита наших лидеров, которые, несмотря на то, что это была онлайн-встреча, собрались и очень серьезно обсудили состояние нашего сотрудничества в рамках Тюркского совета и перспективы развития этого сотрудничества. У нас прошедший саммит стал как бы подготовкой к нашему основному очередному саммиту, который планируется провести в Стамбуле осенью этого года. Поэтому эта встреча имела такое большое значение. Тем более, как я уже отмечал, сегодня информационная сфера является такой важной, очень влиятельной на умы людей, поэтому сегодня министры обсудили, приняли план действий, план совместных действий, создали координационный комитет, который будет исполнительным органом, постоянно действующим исполнительным органом по реализации этих планов. Кроме того, они договорились укрепить сотрудничество между нашими информационными агентствами, поскольку координация между информационными агентствами, особенно в плане освещения тех или иных событий, это очень важно, чтобы наши взгляды, наши оценки происходящего были близкими или схожими. Это очень важно. Это сблизит наше видение того, что происходит вокруг нас. Кроме того, мы обсудили сегодня, еще раз обсудили, создание совместного телевизионного канала. Да, Туркестан. Мы уже 7 лет обсуждаем этот вопрос. Может быть, мы уделяли недостаточно времени и внимания к этому вопросу, важнейшему вопросу. Но сегодня мир поменялся, информационный мир сегодня поменялся, поэтому, наверное, будем ускорять. И вот в этом плане очень важная договоренность, важная на этой встрече как раз по ускорению создания этого совместного канала. Да, существует ТРТ АВАЗ, который вещает на тюркский мир, на языках наших стран. Это очень хорошо, это приветствуется. Мы надеемся, что ТРТ АВАЗ будет продолжать эту работу. Вот казахстанская сторона объявила, что создается туркестанское телевидение, Туркестан ТВ, который тоже нацелен на работу с тюркской аудиторией. И мы надеемся, что этот канал тоже будет успешным. В то же время мы продолжаем наши усилия по созданию совместного канала. И мы имеем концепцию этого проекта. И решили сегодня мы пересмотреть эту концепцию и сделать его, адаптировать нашим новым реалиям и уже выйти
к следующему встрече координационного комитета уже готовой концепции. Если вот создается общая медиаплатформа, я имею в виду общие средства массовой информации, телевидение, конечно же, имеет важную роль, но еще есть принуждение создать алфавита. Я помню, еще 2-3 года тому назад шли разговоры, дискуссии о том, чтобы создать общий турский алфавит. Это очень важно. Теперь как вообще обстоят дела по созданию общего алфавита? Ну, как сказать, общий алфавит для тюркского мира. Общий язык, можно сказать. Что общий алфавит уже как бы существует, поскольку Турция пользуется латинским алфавитом, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан объявила о переходе к латинице. И мы надеемся, что Кыргызстан тоже долго не заставит нас ждать. И общий алфавит как бы уже будет, уже есть, она совершенствуется с присоединением Казахстана и Кыргызстана к латинскому алфавиту. Другое дело, общий язык. Ну, конечно, язык – это очень сложная вещь. В один день, в один год ты не создашь общий язык. Но, конечно, общий латинский алфавит, конечно, облегчит взаимопонимание, поскольку мы имеем одни и те же слова, которые пишутся по-разному и произносятся по-разному. Конечно, когда у нас будет общий алфавит, конечно, мы будем уже произносить те же самые общие слова одинаково. Это уже большой шаг к общему языку. Язык-то у нас один есть, но они у нас разнятся по территориям, по регионам. Ну, может быть, это удел будущего создания общего языка, может быть, какого-то литературного общего языка по аналогии арабскому литературному языку, может быть. Но, тем не менее, наши страны всегда будут развивать наши сближения. Язык, конечно, это очень важная вещь. Хорошо, что наши страны, народы понимают друг друга. Я надеюсь, что с вводом, принятием общего алфавита, я думаю, этот процесс ускорится. На следующем году Шушу объявит как столицей тюркского мира. Что вы можете по этому счету сказать? Идут уже какие-то дела, какие-то процессы по этому? Идея объявления Шуши. Да. Культурный союз тюркского мира принадлежит нам, секретариату. Во время встречи с президентом Хамидовичем Алиевым мы предложили, господин президент радостно принял такое предложение, и Шуша в 2022 году, в следующем году, да, будет объявлен культурной столицей тюркского мира. Это очень важно, поскольку после восстановления Шуши, Шуша сама по себе такой важный культурный центр для всего тюркского мира, не только для Азербайджана. Я думаю, объявление Шуши культурной столицей вот даст новую жизнь Шуше как культурный центр Азербайджана и тюркского мира, и будет проводиться очень много мероприятий. Как вы видите роль восстановления Карабаха, роль Тюркского совета? Как вы оцениваете? Мы уже работаем с первых же дней освобождения Карабаха. Мы работаем с нашими бизнес-структурами. Мы даже за неделю до победы, 2 ноября, мы в Баку провели встречу руководителей торгово-промышленных палат наших стран, и около 50 видных бизнесменов приехали из наших стран для того, чтобы обсудить участие наших бизнес-сообществ в реабилитации освобожденной территории. И в конце апреля мы проведем большой бизнес-форум, посвященный как раз участию наших компаний в проектах по восстановлению Карабаха. Я думаю, что наши страны активно будут участвовать. Мой последний вопрос вкратце. Роль Азербайджана в тюркском мире? Роль Азербайджана в тюркском мире – великая роль. Азербайджан, находясь прямо в самом центре тюркского мира, играет большую роль, особенно связывающую роль между центральноазиатской частью тюркского мира и анатолийской частью тюркского мира. И традиционно Азербайджан играет важную роль, господин президент Алиев играет очень важную роль. После победы братского Азербайджана в войне по освобождению Карабаха роль Азербайджана, консолидирующая роль Азербайджана, значительно возросла. К тому же Азербайджан сегодня является у нас председателем Тюркского совета и в этом качестве играет
большую роль им проводит, очень много мероприятий. Вот эта встреча министров как раз один из таких примеров. Спасибо вам за информацию, за интервью. И желаю вам удачи. Спасибо. Qeyd edək ki, real intervyunun həmsöhbəti Türk Dilli Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdat Amrayev idi. Salamat qalın.